сегодня. Во-первых, они выбрали время часов 8. Они загородили главный вход. Время штурма было выбрано, ну, вот именно на тот момент, когда здесь максимальное количество гражданских лиц. 7-8 августа спецслужбы Кыргызстана штурмовали дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Койташ. Первый штурм оказался неудачным. Сторонники Атамбаева захватили нескольких спецназовцев. Один из них погиб. После повторного штурма и переговоров политика задержали. Атамбаева доставили в Государственный комитет национальной безопасности. Он пробудет под арестом до 26 октября. Корреспонденты Тенгри ТВ побывали в селе Койташ в том самом особняке Атамбаева, побеседовали с его сыном Кадырбеком и узнали мнение кыргызстанцев обо всем происходящем в стране. Все началось с той части. Пока только так. Прошу прощения за недовольство. То есть штурм начался здесь, мой отец где-то вот там и находится. Двое человек начинают моего отца отводить в сторону. И самое странное, что почему только одна точка прорыва территории? То есть они что, решили просто вот зайти отсюда и стать преградой для гражданского населения? Просто смотреть на женщин и детей? У них задача захватить моего отца, верно? Вот. То есть отца, если бы это была продуманная операция, уже на подступах дома, пока он бежит, ну, по тому пути, который мы прошли, уже там должны были встречать сотрудники ГКНБ и просто вязать. Этого не произошло. И более того, их даже не готовили для штурма территории этого дома. Все, что здесь произошло, этот штурм, его можно было избежать. Потому что мой отец, он уже 31 июля, он заявил, что мы будем ждать решения Конституционной палаты по нашей жалобе по допросу. Это, я уже это говорил, это какая-то месть в коканском стиле. Они решили пропечататься по всей семье. У нас, знаете, страна, которая пережила два семейно-клановых правления, то есть детей предыдущих экс-президентов знала в лицо вся страна. И, конечно, на этом контрасте нам отец строго-настрого приказал, чтобы мы никак не светились, что наше лицо не должно появляться. Даже когда моя сестра решила стать художницей, отец сильно переживал, что вот кто-то из Атамбаевых светится. Вот по делу Батукаева даже люди, которые были задействованы в этом деле, ну, на тот момент были в силовых органах, в органах правопорядка, они сами говорили, что Алмазбек Шаршен здесь был замешан быть не мог. Азиз Батукаев известный в Кыргызстане криминальный авторитет. С 1994 года его задерживали за хулиганство, хранение наркотиков и оружия. В 2013 году криминального авторитета освободили. Позже Атамбаева обвинили в незаконном освобождении Батукаева. Конечно, все самое такое интересное на третьем этаже. Во время штурма Алмазбек Атамбаев постоянно находился на третьем этаже дома. Заранее были подготовлены мешки с песком. Бывший президент буквально забаррикадировался. Как видите, следов крови в проходе со второго на третий этаж нет. Хотя при том, что спецназовец убитый, он получил ранение в грудную клетку, кровь там должна была остаться, потому что там и песок есть рассыпанный. Курсан Асанов 8 августа без человеческих жертв показал благоразумие. Он добился сдачи моего отца. Курсан Асанов – экс-заместитель министра внутренних дел Кыргызстана. Он принимал участие в задержании Атамбаева и вел переговоры. После спецоперации его освободили от должности. Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении Асанова. Его обвинили в злоупотреблении должностным полномочием. И сегодня он преступник и предатель. Я не знаю, почему. Может быть, у них была цель, чтобы Алмазбек Атамбаев не сдался, а был просто убит. Ну вот мой брат, он вообще фигурирует в трех уголовных делах. А моя сестра достаточно медийная персона, и она, как бы сказать, ну, художник. То есть я вряд ли думаю, что на нее удастся, ну, где-то что-то с ней слепить или придумать. И, в принципе, в силу того, что я сам по запрету отца не был задействован в какой-то, вы знаете, яркой политической, административной части управления государством. Я тоже вряд ли ожидаю, что на меня что-то придумают. Но то, что уже происходит с моим старшим братом, с моей матерью, я думаю, это сигнал для всей семьи, что если что, мы и уничтожим и всех Атамбаевых.
А мой отец, ну все-таки Сооронбай Жээнбеков, он знает только более 20 лет, он доверял кадровую политику, то есть кому можно верить в южных регионах страны. Он доверял это вот братьям Жээнбеков, Сооронбаю, Асылбеку, которые ну, тогда заявляли себя как уверенные социал-демократы и работали в партии, ну и были подчиненными моего отца на тот момент. Потом, касательно того, откуда у нас такой дом, откуда у нас такая обширная территория, благоустроенная, благоухоженная, я хочу сказать, что мой отец, он занимался бизнесом с 90-х. То есть это не то, что он якобы наворовал с бюджета страны, это все полная ложь. Отец всегда говорил, что он богатый человек. Начал он свой бизнес в 90-е, книгоиздательство. То есть в тот момент в 90-е был страшный дефицит на книги. И, конечно, это все послужило основанием для создания его состояния. В 2002-2003 годах он только от своих заводов в Турции получал 27-26 миллионов долларов в год. Борьба с семейно-клановыми режимами, она была бы просто попросту невозможна без его финансирования многих медиа, газет, телеканалов. И мой отец всегда оказывал посильный вклад в это. Судьба дома, мне кажется, весьма туманна. Потому что у нас была, как, кстати, и резиденция, ну, резиденция, которую тоже построил мой отец, но на территории государственной резиденции. То есть, по сути, это не резиденция, это просто наш дом, где мы живем. Сейчас это уже мелочи. Главное, что дальше будет с моей страной. Рано или поздно мой отец выйдет на свободу. Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. В 2017 году он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову. В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес бывшего президента. Его подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и других преступлениях. Бывшего лидера Кыргызстана лишили неприкосновенности. После спецоперации в Койташе на него заведено несколько уголовных дел, в том числе по статье убийства. Сейчас Атамбаев находится в СИЗО ГКНБ. Генеральная прокуратура наложила арест на 120 объектов имущества Атамбаева, банковские счета и ценные бумаги. Среди них и этот роскошный особняк в селе Койташ. Площадь Алатау давно стала именем нарицательным для многих кыргызстанцев. Именно здесь разворачивались важные исторические для страны события. Это Тюльпановая революция 2005 года и апрельская, произошедшая в 2010 году. Сегодня ситуация в стране стабильная, по площади гуляют горожане и немало туристов. Однако многие в Братской Республике продолжают следить за политической ситуацией. В частности, за уголовным делом в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Мы решили поинтересоваться у кыргызстанцев, насколько сильно они интересуются политической ситуацией в стране и как относятся к бывшим президентам и к нынешнему главе государства. Как думаете, кто в истории Кыргызстана был самым лучшим президентом? Бакиев лучшим президентом был. Возвратить надо и опять поставить на президента. Что везде в Кыргызстане ганча президент болсо, Алмамбек Атамбаевты жазаганда эчкимисиз жазалек. Наиболее демократичным, достойным президентом были все пятеро наши президенты. Жээнбеков, он, да, хороший человек, он учитель русского языка. Последнее событие, я думаю, что это несправедливо. Как бы он ни был, он наш экс-президент был. Плохое или правильное, или плохое, это пусть решает суд. Ничего хорошего я не жду, пока в ближайшее время. Думаю, это со стороны наших политиков это неадекватно получилось. Да. Я не думаю, что наш нынешний президент будет вкладывать какие-то изменения в нашу страну. Да. Три президента, два беглых и один уголовный, ну, как бы ни к чему не приведет, да? Как бы, не видно, да, вот как бы со стороны властей что-то, измены какие-то. Я против политических дрязг, против дележа власти между нынешним президентом и предыдущим президентом. Потому что это очень опасно, это может привести к гражданской войне.